Всем привет, Сунчан Ву, и я нахожусь в игре Спанч Боб. Сейчас мы на этом будем проходить вот это. Роса Логово. Начнем. Сейчас только мы подойдем. Ну тут написано дом престарелых. Так, ладно, давайте уже начнем. Ой, мы больше этим не занимаемся. Малец, мы не пенсии. Мы не на пенсии. Ой, мы на пенсии. Очкарик. Кто там мастер по починке телевизоров? Нет, снова этот неумный мальчик губка. Ох, ты не знаешь, он часто не умеет чинить телевизоры. Морской Супермен, для меня будет огромной честью починить ваш телевизор. Как здорово. Так что, губка, Боб, ты правда хочешь помочь? Ой, еще как. Ну ладно, ну хоть немного славь энтузиастов. И у меня от их слов живот сводит. У нас небольшая проблема с роботом в Русалогове. Ты уверен, что справишься с этим задачей? Даже не сомневайся, очкарик. Тогда отправляйся к дивану, там откроется доступ к Русалогову. Встретимся внизу. А сегодня будут давать пудинг. Чё? Пудинг. Ну блин, где там? На нафиг. Блин, я что-то не вижу. Это снова мальчишка, что чинит телевизор. Может, он мне ноги разорвет. Фу, парень, на твоем месте я бы исчез и поскорее. О, ничего себе. А ну-ка, что тут показывают? Это новости бикини-бота. Мы получаем непроводение сообщения, что рабоугроза исходит из помойного ведра. Владелец заведений планктона выступил со следующей заявлением. Слушайте меня, я растопчу всех вас. А теперь вернемся к программе вещества. Смотрим дальше, пенсионеры в отрыве. Ладно. Забираем сок. Еще одна находка для Патрика. Да. Сейчас мы поедем. Ой, это будем в руководе. Мы просто уползли. Какой-то морской Супермен странный. Не выглядит так выглядит. Но вот это он ведет странно. Ладно, побежали. Пошел нафиг. О, зло! Морской Супермен и очкарик. Не подкрадывайся. Там так к морскому Супермену. Сердце у него не то, что прежде. Хоть если подумать. Сейчас я поставлю на паузу. У него все уже не то, что прежде. Простите, морской Супермен, я просто всегда так рад видеть вас двоих. Я в вашем замечательном присутствии. Я весь дрожу от предвкушения правосудия. Видите, у мурашек моих, мурашки. Ладно, малец, завязывай с этим и говори, зачем пришел. Ну и бы отказаться от новых солнцезащитных очков на моей старой сел. Патрик их раздавил. Я не это имел в виду. Впрочем, хорошо, что ты здесь очутился, юная губка добра.
Правда? Правда. Да, шайка злобных роботов захватила защитную систему Росологова. Тебе придется отключить ее и остановить их. Почему ему? Мы же современно компетентный супергерой. Потому что сегодня четверг, и мы записаны в целом ораве разных врачей. О, рыбьи палочки, зачем забыл? Иди в соседнюю комнату и поговори с компьютером Росологова. Она подскажет, что делать. Я принимаю ваше почетное задание, морской супермен. Вы мне не разлучены. Может, вам будет за меня стыдно, но вы точно разочаритесь. Поликлинику вперед! Странный какой-то супермен, если честно. Пошел нафиг. Изи просто так. Что это? На нафиг. На нафиг, взорвались. Ух ты ж, ничего себе, побежали. На, получай, нечего тут заниматься этим делом. На, получай. Куда это он? Давай, получай. Иди, получай. Так, это не компьютер. Странно, а как так-то? А как? О, наконец-то покрутилась. Побежали. О, кнопка какая-то. И что она дает? А, увидел. Бежим со всех ног. Ух ты ж, я сейчас тебе. Золотая лопата. Странно, как так-то? На другую локацию идем. Тайная база мощных супергероев морского супермена и очкарика. Сквидвард, как я рад тебя видеть. И просто рад. Невероятно рад. Ты не поверишь, что произошло. Да, конечно. Старперский дуэт меня уже вел курс дела. Трахлые простофили отправили меня сюда, чтобы компьютер Русалогова рассказал мне, что нужно дальше делать. Но раз уж ты здесь, можешь сделать все сам компьютер. Вот он. Нет, не то. Ты только посмотри, я тебя умоляю. Что так сложно прикупить пару ковриков? А сколько места тратить впустую? Чем вообще думали эти старикашки? О, все будет очень просто. В 27-м эпизоде Русалогова захватили роющее чудище Бермуд. И они. Забуди. Ой, забуди. Да и... Ладно. Побежали. Ух ты ж, катаемся. Да блин, не получилось. Получай. О, получается. Побежали. Или куда мне? Ладно, потом разберусь. Ух ты ж, ничего себе. Мне надо в Патрика превратиться. Готово.
У меня найдется работенка для того, кто умеет швыряться вещами. Предоставь это нам. Я отлично бросаю вещи. Вот что надо сделать. Берешь фрукт и бросает вон в те воронки. Простить, брось фрукт? Нет, брось фрукт. Бросить спас круг? Скорее, а не то я взорвусь. То есть, я хотел сказать, воронки взорвутся. Так, ладно. Давай. Ой, это ж, мне нельзя упасть. Вот, блин. Ладно. И где там арбуз? Беру. Давай, бежим. Получай. Ладно. Бежим. Ух ты ж, ничего себе. Так, ладно. Побежали. Пошел именно в бан. Получается. Давай. Убегаем. Так, ладно. Беру арбуз. Ух ты ж. Ух ты ж, какой сложный лабиринт. Изи просто. Ты справишься, наконец-то я высплюсь. Золотая лопатка. О, божечки. Так, ладно. Беру арбуз. Сейчас кину, посмотрим. Летим. Эй, я тебя знаю, ты тот самый парень. Надо понадобиться куда больше энергии, чтобы включить генеракустический модулятор Доплера. Как думаешь, справишься? Отсюда видно дом Сквидварда и самого Сквидварда без штанов. Хотя погоди, он же не носит штаны. А теперь слушай внимательно. Всего там 8 цилиндров. Если бросишь что-нибудь в цилиндр, он включится. Включи все 8 цилиндров. Я дам тебе награду. Что, проси? Ты поглядывал за Сквидвардом и отвлекался? Просто начинай включать цилиндры. Какой-то странный Патрик, вам не кажется? Так, мне туда надо. Да не туда. Готово. Давай. А, подождите, я ошибся. Сейчас, подождите. Надеюсь, получится. 7. Надеюсь, получится у меня. Давай. Кидаю. Надеюсь, так. Или не так. Блин. Опять. Да ё-моё.
Да что ж такое? Я поставлю на паузу. Да, у меня все получилось. Ну-ка посмотрим. Изи просто. Молодец, теперь электричества хватит. Ну зачем у тебя столько электричества? Ну как же, ну, ноги попарить, конечно же. Держи, вот твоя золотая лопатка. Ну-ка. Готово. Побежали. Да блин, не докоснулся. Оуч. Блин, больно. Побежали со всех ног. Со всех ног. Да ё-моё. Давай, бежим. Да. Давай, бежим. Люблю открывать подарки. Ладно. Ух ты ж. Ага, сейчас прям. На, получай. Нечего выделываться. Ух ты ж. Это что значит? На, получай. Иди сюда. На, так. Так. Нет, не получилось. О, наконец-то, опять готово. Давай, пожалуйста, я прошу. Ух ты, я сейчас этого. На, получай. Изи. Лезь. Давай. Да, достал как-то. Так, ладно. Бежим. Ох ты ж. На, получай. Ой, еще кнопка. Ха. Так, ладно. Чтобы я смог взять под контроль систему безопасности, тебе нужно нажать на все кнопки перезагрузки в Росталоге. Первая кнопка здесь. Нажать кнопка. Когда нажмешь на все эти кнопки, ты должен вернуться сюда, чтобы нажать на главную кнопку окончания. И ты получишь награду. Вернуться сюда, понял. Ты меня слушаешь? Слушаю, понял. Сейчас я поставлю на паузу. Так, ладно. Ай, надо пальцы размять. Гэри, похоже, тебе удалось добраться до самых глубин Русалодова. Мяу. А, ты спустился на лифте, ну и как мне подняться наверх? Мяу. Ты прав, наверняка эти туннели выведут меня наверх. Отличная мысль, Гэри. Получай. Ой-ой. Мне надо убегать. Ух ты ж. Иди нафиг. Готово. Ух ты ж. Капец, как сложно.
Ой-ой. Изи просто пока. Изи пока чекайте. Пошел нафиг. Ой-ой, надо убегать. А то мне хана. Ух ты ж, нифига себе. Я выжил почти. Не-не-не-не-не-не, пошел нафиг. Ой! Я успел просто. Подождите-ка. А нет. Я просто заблудился. Тут в этих туннелях можно легко заблудиться. Ой-ой. Контрольная точка сохранена. Пошел нафиг. Ух ты ж. Подраться со мной решил. Ау, больно. Какой-то он странный, вам не кажется? Давай. Да, изи. Ну-ка посмотрим. Это что? Мне какой-то лабиринт мне надо пройти, что ли, а? Ой, блин, не, я так не пройду. Ух ты ж. Ой, блин, не, пацаны, я не пройду этот лабиринт. Пошел нафиг. Ой-ой. Кажется, я в опасности. На нафиг, давай, убей меня. Ого. Давай, взорвись. На нафиг. Ладно, не помогает. Ладно, я побежал. Пошел нафиг. Да, забрал. Не знаю, какую еще золотую лопату. Посмотрим, что дальше будет. Побежали. Со всех ног. Смотри, Юнга, под тем стеклом. Золото. Говорю тебе, едва взгляни, аж глаза потерять начинаешь. Тебе просто шар нужно сбить, тот здоровенный шар. Вот на... в эту чашу. И как иметь отправить шар в лузу, мистер Крабс? Сперва запусти вон этот механизм. При этом боулинговый пузырей, чтобы нажать на удачи губка Боб. Мой кошелек на тебя рассчитывает. Давай, готово. Так, ну я тут понял, какие инструкции. Эй, готово. Готово. Давай. Пожалуйста. Да. Шикарно получилось. Так, ладно. Куда шар катается? Ага, вот он. Похоже на этот механизм. Блин. Да, изи. Мне должно получить первые попытки. Да ну. Получай.
Давай, 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 иди сюда, и давай, давай. Иди туда, туда, туда. Туда, туда, туда. Тут получше. Да. Нет. Да, успел. И тут на тебе. Ух ты ж. Ничего себе. Вот это нормально топ. Ух ты ж. Уже десятая. Уже десятый носок. Нашли особенно. Да. Побежали туда. В эту внутрь. Ну-ка посмотрим, что же тут. Я восстановила управление защитной системой. Вот обещанная тебе награда. Ты нажал на все эти кнопки перевода в ручной режим. Теперь нажми главную кнопку выключения. Угу, сейчас заберу золотую лопату. А ну-ка. Ух ты ж, я все собрал. Ну ладно. А нет, а я еще не все собрал. Окончание. О. Во что это? Кажется, мне туда переводят. Давайте туда посмотрим. Нужно победить какой-то злодея. Защитная система отключена, и наш осмотр. Да здравствует на славе. Ага, а еще мальчик зона задержи. Это плохо? Морской супермен, все это. Да, я пахну. О, нет. Только не это. Что ты сказал, злодей на свободе? Кто же он? Мэн Рэй, атомная Коламба, грязный пузырь. Нет, хуже. Это твой взглядный Ух ты ж. Креветка? Я не успеваю прочитать. Котвега, я никогда не прощу тебя, бездумец. А что это еще за креветка? Худшее. Ничего себе. Все это еще у меня в розовый. Какой кошмар. Лично мне показалось в розовом. Ты был... Правда? Правда, прелесть. Каким... Муха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой-ей. Что это за желтая штука? Плесень, что ли? Я губка. Мы разные клеточные уровни. На клеточном уровне. Ага, ага, ага. Спасибо за лекцию. Доктор ученый, увидимся. Да ё-моё. Морского спермена. Нет, у тебя тайной личности, старый профи... простофили. Может, тебя лучше меня? Я отомщу за тебя, морской супермен. Пошел нафиг. На, получай. Ух ты ж. Ой, там робот. Ой-ой. Ой-ой, бежим, бежим, ребята. А то этот робот... А то этот креветка меня убьет. Получай. Давай. Побыстрее. Ух ты ж. Надо быть осторожнее. Не так мало жизни осталось. Получай. Да ну, изи.
Ой, блин. На, получай. 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 Ух ты ж, ничего себе. Мне надо быть осторожнее. Давай, давай, давай. Надо убегать, надо убегать, надо убегать. Твою дивизию. Получай. Ух ты ж. Я осторожнее, еле-еле. Получай. Да ё-моё, ну сколько можно? Проходи. Давай, давай. Ух ты ж. Ага. Да, я его заморозил. Нет, нет. Только не снова. Это нечестно. Неужели это кол бесславный конец креветки? Креветка снова в тюрьме. Благодаря тебе, Фрэнки. Меня зовут Спанч Боб. Я кое-что нашел в ящике с носком рядом с гордой розовых носков. Это еще одна золотая лопатка. Я буду стремиться всю жизнь. Руководство твоим безумием. Ты еще здесь? Да. Изи, ребята. Мы получили вот. Вот что я еще не получил. Сейчас, подождите, мы отправляемся. К Сэнди. Мы отправимся к Сэнди. Вот туда нам надо. Так. Сэнди, твой древесленный купол уротекает. Протекает. Чёртовы роботы разбили стекло. Губка Боб. Мой древесный домик по заявку забит роботами. А виновата в этом ты. Ты что? Ладно, побежали. Ай, блин, я сдох. Воды. Понял. Хватит развивать. Пора роботов прогнать. Побежали. Побежи. Получай. Получай, падла. На, получай. Получай. Ух ты ж. У меня опять мало здоровья. Вы че, издеваетесь? Получай. Изи. Мне это есть 3 минуты. Ты серьезно? На, получай. Ой-ой. На, получай. Ух ты ж. Да. Ну ладненько, так-то лучше. Думаю, тебе она больше пригодится. Золотая лопата? Какой прикольно выглядит. Ладно. Хорошо, ладно. Давайте будем заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии и всем покеды.